Минасян грозит Пашиняну тем, что его разорвут под стенами. Никол Пашинян заявляет, что готов предстать перед судом армянского народа. Никол Пашинян даже не представляет, что такое народный суд, потому что не понимает, что он натворил. Об этом на своей странице в Facebook в видеообращении заявил бывший посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян. Пашинян организовал и сделал все, но не осознавал, поэтому и не понимает, что будет с ним, с его родственниками, другими полулюдьми и их родственниками, когда народ поймет и представит, что он натворил и какими будут последствия. Будет народный суд, в прямом смысле этого слова, самосуд. Никол Пашинян и полулюди будут уничтожены под стенами. Обычно таким бывает народный суд. «Суд обманутого народа», пишет Минасян. «Я, конечно, верю в страшный суд, и он будет ужасен, потому что Никол, Анна и полулюди будут гореть в аду за обман людей, за убийство людей, за лишение их домов и даже могил. Вы предали целый народ, вы убили тысячи, а потом скулите, что входят в ваш дом, крадут ваши духи, охотятся за вами в Москве. Вы даже не представляете, что вас ждет, потому что вы не представляете всей трагедии содеянного», заявил Минасян. По его словам, Пашинян одновременно и сумасшедший, и предатель. Он предатель, потому что он, готовясь, сделал все, что сделал. И он сумасшедший, потому что понятия не имеет, что он натворил. Он сумасшедший, потому что теперь он требует справедливости и говорит о медиатерроре. Пашинян, вас ждет террор. Но настоящий террор, и единственное, что может вас спасти, это скорейший всеармянский суд, чтобы люди не растерзали вас. Жизнь показала, что то, что я говорю, сбывается, потому что я просто знаю историю. И я знаю, на что способны обманутые люди и на что способны родители убитых.